Подобно художнику, мастер-колорист разводит краску. Добавление каждого оттенка строго по граммам. Именно с подборки цвета начинается покраска автомобиля. Особенно это актуально, если нужно покрасить не всю машину целиком, а только отдельные детали. Краску составляют по коду, который указан на кузове авто. Колорист просто дорабатывает его. Для подбора цвета бывает доходит до 80 пробников, чтобы подобрать той либо иной цвет. То есть он тратит краски, тратит время. В автотехцентре Plus X попадают в цвет на 98%. Пусть будет дольше подбор, зато результат налицо. Краска ложится как родная. Перед покраской машину тщательно моют, затем разбирают и готовят элементы к дальнейшим работам. Первый этап – это грунтовка. После наносится база, с которой работал колорист. Процесс нанесения краски состоит из трех частей. Три слоя наносятся равномерно на деталь. Соответственно, каждый слой, он определенное время в ожидании, дабы не совершить так называемые потеки. Вот. После того, как база схватывается, наносится лак в трех, порой даже в пяти слоях. Большой плюс сертифицированного центра в том, что для каждой операции применяется специальное оборудование. Окончательный вид автомобиль получает в покрасочной камере. Здесь элементы красят и сушат, контролируют качество работы и попадание в цвет. Если все прошло хорошо, то детали крепят на автомобиль. Сейчас в автосервисе востребована еще одна услуга – покраска керамическим лаком, особенно джипов, которые ездят по бездорожью. Лак помогает избежать царапин и сколов. Технология работы керамическим лаком довольно-таки специфическая. Нужно знать, в какой определенный момент можно располировать этот лак, потому что он довольно-таки своеобразный. Сейчас многие, конечно, используют, укрывают клеенкой, так называемый автомобиль, то есть пленкой, там под всякие шелкографии там или еще что-то, вот карбоны. Но на самом деле, как бы, да, эта пленка все равно впитывает грязь, впитывает мусор, и она все равно со стороны не смотрится так богато, когда сделана и окрашена реальными материалами. Покраска автомобиля – процесс дорогостоящий. Здесь, как в пословице, скупой платит дважды. Поэтому, выбрав автосервис, и не прогадать порой бывает сложно. Автотехцентр Plus X дает полугодовую гарантию на лакокрасочное покрытие. А сейчас действует акция. Покраска одной детали – всего 7000 рублей. В стоимость входит локальный ремонт, включая арматурные и лакокрасочные работы. Анастасия Спирина, Мария Михеева. Специально для телеканала «Твой Пушкинский».